Всем привет! Сейчас мы будем готовить очень вкусный, сытный и, самое главное, быстрый салат со шпротами. Для этого нам понадобится одна банка шпроты, одна банка кукурузы, 5 отварных яиц, лук, можно любую зелень использовать, майонез и сухарики. Итак, начали. Шпроты разминаем вилкой. Шпроты размяли, теперь нарезаем кубиками яйца. Яйца мы нарезали, сейчас смешиваем шпроты, яйца и кукурузу. Сюда же добавляем кукурузу. Все это перемешиваем. Все перемешали, а сейчас добавляем сухарики. Но если вы готовите этот салат на праздничный стол, то сухарики лучше добавлять непосредственно перед подачей. А если прямо сейчас, то можно и сразу. Снова все это перемешиваем. Заправляем майонезом. Перемешиваем. Посыпаем сверху зеленым луком. Перемешали, оставили лишь небольшое количество, чтобы вот так вот распределить поверху. Ну вот, в общем-то, и все. Вкусно, просто, быстро и сытно. Если вам понравился рецепт, не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал. А я желаю всем приятного аппетита и удачи во всем. Пока!